сейчас я вспомнил те навыки, блин, которые я получил тогда. Потому что здесь ничего. И главное, что картинки нет. Ты так, полоска такая по краю экрана. Нет, ну, в общем, терпимо, да нет. На озеро-то все равно можно вернуться. Но когда основная часть экрана... Почему я камеру четко вниз направил? Пока камера направлена по другому, ты теряешь ориентацию. Ты можешь находиться вон там, а тебе будет казаться, что ты посреди этого озера. Под углом картинку проецируется под углом. Расстояние. Ну, обман. Еще на твоем самолете будет как-то лодки поплавать. Он вообще ни капотирует, ни переворачивается, вообще ничего. То есть его можно вот так оставлять, по-моему, на ножу. И он нифига не берет. А, да, а мы тут плохо. Чуть-чуть один поплавок позже открывается. Может, и от нас?